Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители, с вами снова Скудер, а значит это шестая серия моего прохождения игры Gran Turismo 2 для первой PlayStation. Ну, в прошлой серии мы с вами завершили все тесты на лицензии, которые были даны сразу же нам, и нам открылась вот такая вот дополнительная лицензия класса S, супер лицензия. Аналог лицензии iInternational из первой части, это та лицензия, где нужно нам сейчас будет пройти 10 трасс, полный круг по 10 трассам. Вот, ну и эта лицензия такая самая жесткая будет, предстоит нам потрудиться, ну и давайте приступим сразу же. Первая трасса Таити, это новая трасса для Гран Туризма, для серии Гран Туризма. Ну и машинка такая пока не очень серьезная. Ровер Мини. Трасса Таити. Машинка хоть и маленькая, но довольно-таки резвая. Надо признать. Ой-ой-ой, что-то меня замотало. Вообще похоже на машину какого-то развозчика пиццы. Реклама висит. Ой-ой-ой. Ага, здесь у нас еще пока не штрафуют нас за удары. Что-то думал, что все. Ну, посмотрим, чем это все обернется. Провалом, да? Громким провалом. Но будем пробовать дальше. Тем интересней. Да, чувствую, эта серия будет подольше. Причем гораздо дольше. Каждая неудача сулит перепрохождением всей трассы. Не просто участка. Интересно, по какому принципу разработчики потом отказываются от некоторых трасс, да? То есть вот, есть же трассы, которые из части в часть кочуют из одной части игры в другую, а некоторые вот засветились в одной как бы и все. Интересно, они сами разработчики решали, какие трассы людям нравятся, а какие нет, или проводили какие-то опросы, тем более, что раньше с этим было сложнее. Интернет как бы фактически его не было раньше. О, Ford GT это старый Ford GT. Еще не обновленная его версия. Это, кстати, вот еще одна трасса Seattle. Тоже новинка.
для серии. Тоже, кстати, я был бы не против ее увидеть в шестой, ну или в последующих частях Гран-туризма. Городская довольно интересная трасса. Тем более в ночное время суток ее было бы интересно увидеть в шестой части. Тем более, что разработчики со светом хорошо поработали в шестерочке. Было бы очень интересно понаблюдать. Так, ну и опять бронза, ну ладно. Я еще раз повторюсь, мы тут работаем не на результат, а просто у нас есть цель получить лицензию любыми способами. Да, ну реплей, конечно, потрясающие ракурсы. Еще не скажешь, второй части они стали еще лучше, проработаннее. Так, третья трасса. Smoky Mountain. А, это, получается, у нас будет раллийная трасса. Ну ладно, ралли так ралли, что ж теперь. Кстати, вот хотел поговорить с вами на тему шестой Гран-туризма. Ведь разработчики много чего обещали добавить в шестую часть GT. Ну и, в общем-то, много чего добавили все-таки, да, из того, что они обещали, но все-таки не все. Я, во-первых, про то сейчас, что последнее обновление, вот я буквально недавно заходил сегодня на сайт, и последнее обновление датируется 25 декабря 2014 года. Соответственно, прошло уже фактически 2 месяца. И с тех пор ни одного обновления не было, хотя они обещали раз в месяц обновлять игру. Или это они обещали на протяжении первого года жизни игры, потому что, как вот получается, ей год исполнилось в декабре, обновления как-то прекратились. Да, они обещают на март там новые концепты, Vision GT, но, ух ты, золотишко на ралли-то. Хоть мне ралли и не очень нравится, но получилось золото взять. А, так вот, из того, что они обещали в шестой части, из больших таких дополнений, это еще прикрутить... О, какой Skyline великолепный, желтенький. Пинзойл. Класс. Да, обалденно смотрится. Это R34. Класса. GT500. Так, ну так вот, я продолжу. Значит, они обещали из больших обновлений это режим беспек прикрутить. Как вы знаете, что в пятой части он был, а из шестой они его выпилили. Ну, мне, если честно, режима беспек тоже ни жарко, ни холодно. Я его проходил, ну, просто потому что надо. Я себя реально заставлял. Но сам по себе он мне... Ой-ой-ой, что-то меня занесло. Сам по себе этот режим мне абсолютно не нравился. Он появился еще в четвертой части Гран-туризма, и там он был... На мой взгляд, наилучшим образом представлен, то есть не нужно было все чемпионаты дублировать и проходить еще в режиме беспек. То есть ты мог гонку, которую тебе, ну скажем так, самому не очень хотелось или не очень удобно было проходить, а мог
перевести в режим респект прямо по ходу гонки. И я это использовал в режимах многочасовых гонок. То есть какую-то часть дистанции ехал сам, потом, когда мне, например, надоедало, я ставил режим респект. Ну, в частности, я так, честно признаюсь, прошел 24-часовые гонки в режиме респект. То есть какую-то часть отъездил и потом перешел на режим респект. Плюс там еще можно было, я помню, в четвертой части увеличивать скорость внутриигровую, ну, скорость течения времени внутри игры. Соответственно, проходилась эта гонка быстрее. Вот, поэтому мне кажется, что вот, если и нужно респект возвращать, то как-то вот в этом качестве. Но пока мы наблюдаем то, что его нет вообще. Хотя не думаю, что кто-то грустит. Вот, и еще редактор трасс мне обещали. Ой, Lotus. Да, своеобразная машина. Думаю, мне не удастся сейчас с первого раза пройти эту трассу на этой машине. Вот, так вот, насчет редактора трасс. В пятой части он тоже был. Но в каком виде он там был представлен, мне это тоже там абсолютно не понравилось, и я им не пользовался вообще. Только чтобы получить ачивку, я создал одну трассу так для галочки и опубликовал ее в интернете. То есть я уже говорил, что пятая часть, она была довольно специфическим продуктом, и многое, что там было, оно было добавлено, но не было доведено до ума. Так вот, если этот, опять же, режим редактора трасс добавят абсолютно в таком же качестве, как он был в пятой части, то, как говорится, нахрен он будет, он и нужен был. Вот. Если они его, конечно, доработают, мне кажется, они его доработают уже, допустим, в седьмой части. Там и ресурсов будет побольше, естественно, у них у разработчиков в распоряжении. PlayStation 4, естественно. То есть там, я думаю, уже можно будет туда в полной мере расширить его и не просто изменять немножко конфигурацию поворотов там, да, на определенном куске земли, а то есть полноценно прорабатывать трассу, создавать ее с нуля, создавать. Тем временем вот не удалось все-таки с первого раза пройти эту трассу. Очень хорошо. Так вот, создавать трассу полностью, прорабатывать все повороты, там, вплоть до конфигурации самого поворота, там, гравийных ловушек, то, как будет выглядеть профиль самого поворота, как будет выглядеть сама трасса, ну, расставлять там, не знаю, трибуны, какие-то, ну, в общем, инфраструктуру еще создавать, то есть полноценный создавать автодром. Вот такой режим мне бы понравился. Не знаю, может, наоборот, кому-то бы именно такое усложнение не понравилось. Ну, никто ж не заставляет. А я бы хотел именно вот такого режима с полноценной проработкой автодрома. Опять же, вот, чтобы была возможность создать где-то городской даже автодром. То есть расставить здания, да, прописать там улицы этим, как это все будет выглядеть. Ну, в общем, расставить даже знаки какие-то, вот как здесь, видите, или пешеходные переходы есть. То есть, ну, как-то так, то есть более серьезно подойти к делу. Но думаю, что до такого вот состояния у них просто ресурсов нету, у разработчиков, расширять режим. Поэтому возможно, что он, наверное, и не появится в шестой части. Ну и трассы хотелось бы, чтобы, конечно, разработчики еще добавляли, но как-то пока тишина. Кстати, вот эта Пижоха, это Пижоха из первой части такси, 406-я. Кто не узнал, вот, пожалуйста, знакомьтесь. Только в раскраске она, естественно, боевой в такой. Вот она самая. Так, тем временем очередную
Трассу мы проехали. Так, ну уже 6. Ну, отлично. Так, ох ты, Вайперюга следующий. На трассе Лагуна Сека. Ну правильно, американская машина, американская трасса. Ну это вот примерно такой же Вайпер, если вы помните, как мы зарабатывали одним из последних, одной из последних серий прохождения первой части Гран-туризма. Такой он довольно своеобразный здесь. А, брыкается парнишка. Ну, здесь, конечно, он по раскраске гораздо ближе к оригинальному гоночному Вайперу. Ай-яй-яй, занесло. Вот очень нехорошо. Ага, ну вот так припарковались. Коварный, коварный поворот штопор. И ушли мы там в крутое пике на нем. Ну ничего. Будет возможность еще раз проехаться на этой великолепной машине. Знаете, да что такое? Откуда тормоза-то взялись? Так, отвлекли тут меня звонком. Очередную попытку, блин, испортили. Ну ладно, продолжаем. Надо собраться. Прошел поворот штопор, но тут уже не до эффективности дело. Ой-ой-ой, последний поворот коварный тоже. Так, ну ладно, есть бронза и на том спасибо, а то что-то мы подзастряли на Лагуне, на Лагуне Секе. Хорошо, что ее разработчики в шестую часть добавили все-таки. Вот. Так, опять ралли, кажется. Ага, Лансер. Шестерочка. Лансер Томми Мякинина. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну что ты будешь делать, а? В обратку поедем, блин. Так, наверное, надо перезапустить. Смысла уже нету. Языки такие, да что тебя так мотыляет-то, а? Thank you.
тормоза, конечно, не добавляют управляемости, блин. Ну и чё вот это такое? Блин, ну еще и зашвыривает так. Ну что ж ты будешь делать-то, а? Ну. Блин, балдеть. Столько крутило и вертело и проиграть всего 3 десятки. Ладно, мы хотя бы 3-4 секунды было. Ой, ну миллиметровщик, значит. Так, ладно, все. Части они над звуком очень хорошо потрудились, не только двигателя, но и вот звуки. Сейчас вот на этой машине хорошо слышно датчик давления, как срабатывает турбины, и звук самой дороги, ну вот грунта, колес, шуршание. Ну, в общем, реально со звуком они поработали. И это, наверное, не знаю, лучший звук во всем Гран-туризме. Может, это, конечно, я перегибаю сейчас, но если помножить их возможности, я имею в виду разработчиков сейчас, которые вообще есть по записи звука, и посмотреть, какой звук, допустим, в той же шестой части Гран-туризма, то это далеко будет не в их пользу. В пользу разработчиков, не в пользу шестой части. Понятное дело, что сравнивать непосредственно со второй частью, так вот взять их, поставить рядом, да, послушать, то там в шестой части звук-то будет, конечно, получше, но не настолько. То есть разница между ними там 14 лет, а звук-то там не намного и лучше. Так, ну хорошо, бронза. И на том спасибо, как говорится. Взяли мы очередной рубеж. Так, осталось нам две трассы. Это что у нас? Альфа. А, это вот спешл модель. Альфа Ромео 155. Альфа, это, по-моему, ночной Рим. Да, точно. И он, кстати, трасса очень редкая. Она вообще, вот она есть во второй части GT, но в чемпионатах она встречается очень и очень редко. Я ее, если честно, не помню абсолютно. Поэтому сейчас можем на ней подзависнуть. Тоже я буду так ехать на ощупь, как говорится. Но абсолютно не помню. Повороты. Помню, там в конце что-то будет какая-то заковыка. С последним поворотом, он там такой медленный, что-то с полупрофилированный такой. Так, только вот не надо мне тормозить здесь. Так, ну вроде бы пока неплохо, но опять же я где-то, возможно, перетормаживаю. Вот.
Вот это место, по-моему. По-моему, его я... А, ну это значит не последний тогда. Мне что-то казалось, что последний. Вот такой здесь. Трасса, конечно, интересная. Я не знаю, почему она редко встречается в самой... А, или вот, вот, да. Вот он тоже. Резкий, профилированный, правый такой. Медленный поворот. Да, и мы благополучно не сдали. Ох, и не сдали на целых 3 секунды. Сейчас надо будет где-то доставать. Так, ну ладно. Значит, надо поднажать. Перестраховывался я. Значится. Хорошо, что тут еще это не считается, что я за трассу вылетел. За пределы трассы. Этот красный поребрик. Машина, кстати, неплохая, действительно. Придется третью попытку еще делать. Да, ну я говорю, это как будто я вообще впервые еду по этой трассе. Так что. Тоже, кстати, могли бы и ее ставить. Ой-ой-ой, а вот это да. Прям мордой, значит, все-таки за столкновение тоже фейлы дают, но надо прямо четко воткнуться. Акцентированно. Сейчас, думаю, мы должны сдать, потому что там было 1.06 и 1, сейчас 1.05 и 4.
Да, в секунде мы от провала, нормально. Ну вот, по сути, три полных попытки понадобилось. Так, ну и последнее, что там у нас на ГТ-ване? Apricot Hill, о, отлично. Это, наверное, ну, одна из любимых трасс самых во второй части GT. Очень классно, что ее добавили в шестой. Много-много на ней там намотал километров. Это, кстати, еще вот одна разновидность GT1. Помните, предыдущие лицензии мы сдавали на GT1 задание. Он там был такой пестрой раскраски. Это вот вторая, получается, модификация такая под Marlboro. И есть еще спешл модель, точно помню, здесь GT1. Она просто полностью красная, без всяких рекламных наклеек. Кстати, немножечко конфигурации поворотов изменены в шестой части. Чуть-чуть я поэтому не так шел. Так, ну вот, собственно, и супер лицензия у нас в кармане. Отлично. Ну что ж, ребята, поздравляю нас. Все лицензии теперь у нас. Мы теперь имеем право участвовать во всех абсолютно заездах. Давайте сохранимся. И в следующей серии мы с вами, собственно говоря, приступим к покорению Олимпа. Великого Олимпа. Гран Туризмо 2. Начнем, естественно, мы, как обычно, нищебродами абсолютными. Возьмем какую-нибудь подержанное корыце. Вот. Интересно. Ну, венцом является, конечно, третья лицензия. Золотая, раллийная. Но остальное все на бронзу. Ну ладно, не суть важно. Главное, мы ее сдали. Вот. И сейчас я вам небольшой такой вопрос задам, что ли. В общем, как видите, сейчас здесь на главном экране разделено стало по направлениям света все марки машин. То есть вот, допустим, запад, да, это здесь европейские машины. То есть вот они, все европейские машины, которые здесь есть. Альфа Ромео, Ситроен, Рено, Вентури, Лянча Дельта, Фиат и Пежо. Вот, дальше у нас идет южная, это у нас, по-моему, Америка, да, американские здесь, американский автопром представлен. Так, и в нем, по-моему, нету бэушных машин, сколько я помню, Line-Up Special, да, только новые машины. Соответственно, американский автопром у нас отпадает как таковой сразу. За 10 тысяч нам, ну, по-моему, ничего не удастся взять. Абсолютно. Нету здесь машин. За десяточку. Да. Это не наш вариант. То есть американки не по карману. Восток — это у нас, естественно, Япония. Наша любимая. Ну, по крайней мере, наша, я имею в виду здесь, в Приморском крае. Уж не знаю, Россия у нас большая, конечно, и машин представлено в ней очень много. Но у нас тут самый распространенный, это практически наш уже родной автопром, это вот японский. Вот тут-то и есть все эти наши любимые Ниссаны, Тойоты, Митсубиси и прочее. Вот, здесь можно нам развернуться на полную, вот, долго что-то выбирать и думать, на чем же мы стартанем нашу карьеру. А, вот. И, значит, у нас север — это... Север у нас что? Ага, север — это у нас
А, ну понятно, северная часть Европы, да? Тут Англия и Великобритания представлены. Ну так вот, здесь сейчас посмотрим, есть ли у нас что-нибудь. А, здесь тоже нет у нас подержанных. Подержанных тоже нету. И поэтому, скорее всего, тоже отпадет. Да, цены здесь, конечно, заоблачные. А в европейках, ну, только если мини. Может быть, нет. Мини тоже дороговато. Так, Volkswagen. А на линии у нас что тут? Производство. Тоже, тоже. Нет. В общем, тогда, по сути, у нас выбор только восток и в западе, в западной части, по-моему, все-таки можно что-то будет найти здесь. В пределах 10 тысяч даже новенькое. Так, ага, ну только не в Рено. Или нас вообще лишают такой возможности? Судя по всему, да. Ну вот, ребята, видите, а я вам хотел задать вопрос, чтобы вы хотя бы выбрали для нас начало карьеры. Ну, может быть, если не конкретной моделью машины, то хотя бы, ну, частью света, что ли, или маркой машины. А нас вот так вот искусственно ограничили. То есть у нас, в принципе, есть только японский автопром. Вот видите, как японцы так ненавязчиво намекают, что, ребятушки, никуда вам не деться от наших машин. Вот, и давайте-ка начинайте у нас с японских. Ну хорошо, тогда давайте напишите, на чем бы вы хотели, чтобы началась наша карьера. Вот, соответственно, ну если будет один ответ, как это обычно бывает, кто-нибудь один выскажется, самый смелый, ну тогда я приму это мнение как за единственно верное и буду участвовать. Если мнения разделятся, или, допустим, ну, проголосует кто-то за двое, за какую-то одну, хотя это, наверное, будет сложно. Машин очень много, вряд ли. Вряд ли у нас будет единогласие. Ну, в общем, давайте посмотрим, что вы мне напишите по этому поводу, о чем же нам начать, вот. Ну и там посмотрим, действительно ли прислушаться к вашему мнению, или все-таки настоять на своем. Ну, я сейчас ничего говорить не буду, на чем я хотел бы начать. Вот, сами подумайте. Вот, и в комментариях под видео напишите. Ну и на этом, наверное, мы с вами закончим. А все лицензии у нас в кармане, как я уже говорил, в следующей серии мы с вами начнем покорять Олимп. С самых низов и до самых-самых вершин. Так что с вами был, как всегда, Скудер. Подписывайтесь, нажимая вот на ту кнопочку внизу. Комментируйте, ставьте пальцы вверх, если вам понравилось. Вот, ну и всем пока-пока. Увидимся в следующей серии.